Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции во дворце Гюлистан. Построен дворец был по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1979-80-х годах. Гюлистан считался одним из самых современных и уникальных образцов архитектуры не только на территории бывшего Советского Союза, но и за его пределами. В архитектуре дворца широко использованы национальные элементы, отличающиеся своим величием и уникальным стилем. Дворец Гюлистан стал местом проведения ряда мероприятий национального и международного значения в различных областях. Среди них подписание контракта века и другие исторические события. Со временем возникла необходимость в реконструкции дворца Гюлистан. Под руководством главы государства в республике предпринимаются последовательные меры по развитию и модернизации социальной инфраструктуры, дальнейшему благоустройству регионов и столицы, а также сохранению исторического облика. В этом направлении также важна реконструкция дворца Гюлистан. Главный зал на 600 мест, а также зал Восток и конференц-зал реконструированы на современном уровне. Таким образом, дворец открывает свои двери для посетителей в совершенно новом облике, но сохранив свой исторический колорит.